Первая в России именная стипендия была учреждена в 1996 году. На сегодняшний день ее обладателями стали 47 студентов. В их числе теперь и Эльвира Бочарова. К выбору профессии подошла в осознанном возрасте. Вернуться вновь в студенческие годы помогла семья. 4 года учебы, красный диплом и именная стипендия – результат плодотворного труда и помощи людям. Ее невозможно как-то заслужить целенаправленно, но это мое мнение. Я лично ее не стремилась заслужить, я просто помогала людям. Мы работаем со слепыми людьми. Я лично прикрепилась к девочке, мы подружились, хорошо общаемся. И вот благодарность – просто улыбка, просто спасибо, просто вот эти благодарные глаза. Это для меня лично это вполне достаточно. Чувствовать себя нужной, чувствовать себя востребованной. Почему бы нет, если есть возможность? Сегодня именные стипендии получили 2 студентов медицинского колледжа. Дальнейшая профессиональная судьба выпускников еще неизвестна. Кто-то продолжит учебу в высшем учебном заведении, кто-то уже трудоустроен. Главное, чтобы они любили свое дело и людей, с которыми придется работать.